Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости, но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Буква «Т» дает человеку настырность. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Зачастую это имя проявляет принцип доминирования, контроля и достижения. Восхищение окружающих вызывает их коммерческая жилка и исключительный предпринимательский талант. А так как эти люди очень честолюбивы и не любят быть среднячками, их деловые начинания поражают своим размахом и своей смелостью. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Звук «У» дает человеку активное воображение. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Согласно нумерологии, люди с этим именем являются ярко выраженными исследователями всего окружающего. Обычно они неплохо преуспевают, либо их преследуют неудачи, причем изменить и то, и другое является весьма непростым делом. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.